Сейчас расскажу про мудру уплотнений. Она простая. Мы уже знаем вот такое делание потока наверху. Ну и можно совместить мизинец к мизинцу. Большой к большому. Вот такое вот. И сразу как некое уплотнение. И можно вот так вот по уровням уплотнять свое поле, свои поля можно вот так вот вверх поднять и вниз наложить на первую, на нулевую чакру и на девятую условно, восьмую, либо первую наверху и девятую внизу, можно, смотри как считать. Ну в общем чакра-то 9 основных, и можно по каждой, а можно вот так вот сделать, посмотреть на мир через ромбик в резонансе. И на половую чакру. Вот так сделать некий щит. Вот так вниз. И можно по каждой чакре вот так тоже пройтись. Она хорошо уплотняет и структурирует. Можем почувствовать. Да, можно и вот эти пальцы, и вот эти. Тоже определенное происходит вот из одного источника. Много вариантов, но они сводятся к одному в итоге. Ну вот я рекомендую все-таки делать вот так. Ну, у кого как, то левша, кому как удобнее, рука сверху, это уже не важно. Важно работать со своими энергиями и чувствовать.